стопе стоим. Еще 10 секунд трудимся. Ничего, ничего. Хорош, парни. Окей, change leg. Смотрю. Опять часть. Твое упражнение. Хорошо. Задний пояс бедра, ягодицы здесь почувствовали, подколенные опорные слегка согнуто, есть. Также накатили до центра. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Хорошо. Произвольно. Давай хорошие тренировки, господа. Подавай. Подвигай. Подавай. Подавай. Крути головой. Браво. Хорош. Подавай. Жива. Подавай. Жива. Жива. Не, держи. Да, 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 да. Браво. Еще раз поменяли направление атаки. Вот как только получает мяч Сики со второго разворота. Да. А, Костя! Брат! Уже! Колонны, куль! По-моему, первый день, когда солнце так вышло и так жарит, да, плюс 28. Самая тяжелая тренировка сегодня была? Как раз-таки нет. Сегодня, наверное, одна из легких тренировок была за последние 5 дней. Но, опять же, вечером нас ожидает сюрприз в плане беговой работы. Thank you.
Опорную ногу от травы не отрываем. Коленом рабочей ноги тянемся груди к плечу. Груди к плечу. Трудное движение. Плотнее бедро, груди к плечу. Это ягодицы, да? И руки за спиной, внимание. Попеременно правая и левая нога. Тазом назад, плечами вперед. Пошли. Смотрите, уже. Вниз, прием. Раз, два, раз, два. Ускорение, перебегали. Отдал в одно касание и ускорение. Поехали. Какой нас ждет сезон окончания? Как мы? Как вы, конечно, вы будете в шоках? Как поднимемся? Пресс. Ноги вместе, сели на пятки, руками вперед. Задние сейчас в тонусе, потянуть ее, расслабить. Молодцы. Тоже небольшие покачивания. На каждое покачивание пятка уезжает чуть дальше. На миллиметр. Меняем, левое. Привет. Привет. Как? Нормально. Вы как? Решил посетить нас? А? Да. Пришел зайти. Никакой, просто зайти в гости хотел. Да. Мне сказали, что вы здесь. Да. Все, увидимся, да. Привет, Гурам, очень приятно. Наир, очень приятно. А вы так просто решили заехать, типа, на город? Да, мне, у нас, короче, общие знакомые есть, типа, да, и вот он говорит, слушай, ты, типа, в Дубае, пацаны будут в Абу-Даби, типа, не хочешь съездить, что-то там, какие-то активности. А ты просто отдыхать приехал? Да, я там, у меня концерты были. Концерты у нас есть. Да. А ты до какого, кстати, в Дубае? Вообще до конца января. А, до конца января? Да. У нас же сейчас вот сборы, да, заканчиваются, 22-го, да. И вы куда-то в Дубай, да, типа, поедете? Ну, наверное, типа, там, да, 2 часа там. Слушай, ну, маяку есть, ну, если что, да, с кайфом. А Ростов когда у вас? 4-го, да? 5-го, да. Блин, надо начать, знаешь, согласовывать календарь и просто концерты ставить в этих городах, реально. Подгадывать. Да. Приятно, Гурам. Здравствуйте. Вот, я на него подписан. Как ты? Ага, ага. Как ты, брат? Отлично. Нормально? Жесткие, жесткие. Есть люди такие, понял? У меня маленькие еще есть. Че, маленькие или все? Девочки, да? У тебя 190? Да. Вот, ты на замену вышел или как? Или как там было? С кем-то играл. А с Марселем? Просто вышел играть? Да. Ну, звучит круче, если с Марселем на замену вышел, чем с кимками, да? Говоришь, что с Марселем? Кто там проверять будет? А там как сыграли? Марсель? Да. 1-0 проиграл. Я помню, когда только пришел, как мы с Рифой, помнишь, от тебя сорвались один момент? Ну, после этого молодец, видимо, с Вадиком поговорил, наверное. И сейчас будет вообще, да? Вторая половина же вообще будет мощная. Я приду на все, что смогу. Вадик, у нас вот игра 18-го, не приедете. Здесь?
Да. А где 18-го? А с кем? Узбекская команда, да, что-то я слышал или нет, или я путаю? Ташкент, по-моему. Ташкент, да, Узбекистан получается. Давай, все, давай, рад видеть, вообще очень рад. Спасибо, что приехали. Удачи вам и хорошего сезона. Да нет, что скайпи. Извини.